Делаем еще один круг из синих точек вокруг круга из серебристых точек. Вот таким образом. Теперь будем украшать наши лучики с двух сторон. Вокруг серебристых точек делаем ряд из синих точек, но наши точки должны попадать между серебристыми, немножко в стороне, ну между, чтобы они не были все в один рядочек, как солдатики. Вот таким образом. Здесь идут наши точки на уменьшение, чтобы был красивый краешек у снежинок. И точно так же украшаем все наши лучики. Можете пофантазировать, добавить какие-то свои элементы. Это только будет плюс в вашей работе. Вот таким образом преображается наша снежинка. Немного еще сверху для симметрии. Вот такая снежинка у нас получилась. Я вам рекомендую дать контуру хорошо просохнуть и тогда уже продолжить декорировать свечу с другой стороны, чтобы просто сейчас не смазать наш рисунок, а дать ему хорошо просохнуть. Если вы пользуетесь так же, как и я, вот такими свечными контурами, они сохнут достаточно долго, на их высыхание понадобится где-то несколько часов. Если вы пользуетесь акриловыми контурами, они сохнут немного быстрее, и, может быть, вам удастся продолжить работу намного раньше. Ну а я пока свою работу отложу и продолжу ее, наверное, уже завтра.